Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию без модов, где сегодня мы научимся, как делать работающую машину в Майнкрафте, но не обычную работающую машину, а машинку на радиоуправлении, которая была у всех в детстве. Ну, лично у меня была, не знаю, ребята, как у вас. Да, все это мы научимся делать в этой серии, но хотел бы вас очень сильно попросить не забывать ставить лайки, ведь как только мы наберем 1200 лайков, я обещаю то, что в ту же секунду выпущу новое видео без модов, ну или какое-то другое, зависит только от вас. Секунда, чтобы поставить лайк, не поленись. Но я честно прям зуб свой даю, то что я сразу же выпущу новую серию. Но не забываем также подписываться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, и я очень люблю сильно своих подписчиков. Поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Ты заколебал уже, честно, тут. Поэтому, ребята, не забываем ставить лайки, подписываться. А сейчас мы приступаем к самому видео. Ну что, ребята, в первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Многие меня уже любят троллить по этому поводу. Мол, Эдисон, как выдать себе командный блок? Как выдать себе командный блок? Не знаю, я уже сам забыл. Все, Эдисон уже сам не знает, как выдать себе командный блок. Это я случайно его сейчас получил. Вписываем первую команду, которая уже находится в описании. Мы ее прописали сюда, и сейчас нам нужно ее активировать. Активируем. И ждем, пока это все установится, вот эта коробочка. Ждем. Ух ты, нифига себе. Коробочка установилась, но это еще не все, потому что нам нужно установить еще одну команду. Опять бежим ставить командный блок, ставим его, допустим, куда-то вот сюда. Это, наверное, самая... Хотя нет, не самая большая команда, которую я видел, но все... О, как вы меня заколебали, честное слово. Вот эти звуки. А, также активируем ее. Ждем, пока это все установится, но это еще не все. Да, эта команда действительно очень большая, но она стоит того. Вы просто себе не представляете, какая там анимация в этой машинке. И прописываем третью команду. Вот, допустим, куда-то вот сюда. Ну, в принципе, да, куда-то вот сюда. Прописываем третью команду. Уйди, зараза, активируем ее и ждем. Ждем. И... Да, вот, наконец-то. Но, как вы видите, Майнкрафт немного залагал, потому что эта команда немного недоработанная. Вот именно в этом блоке, вот тут, у нас небольшая проблемка. Вот тут. И нам вот эту команду, которая находится вот тут, возле этого блока, точнее, в этом блоке, нужно заменить еще на четвертую команду. Вот так. И сейчас полноценно у нас все начало работать. Прописываем вот тут Set World Spawn, чтобы у нас эта команда работала хоть на другом конце мира. И вот как у нас выглядит работающая машинка на радиоуправлении. Давайте посмотрим, она уже вот там спряталась наверху и ждет уже нас. Давайте посмотрим. Вот она, ребята, спряталась уже тут, спряталась и ждет. В принципе, для Майнкрафта она офигеть какая крутая, честное слово. Ну, давайте мы все подробно рассмотрим. Ну, в принципе, это пускай будет тут. Нажимаем вот сюда на эту табличку, чтобы выдать себе предмет, с помощью которого мы сможем ею управлять. И кликаем, допустим, вот сюда. Вот так. Сейчас у нас, как вы видите, после того, как мы заспавнили вот эти, вот этот предмет, вот этот пульт управления... У нас появились новые возможности. То есть мы тут сможем поворачивать машину, двигаться вперед, поворачивать, разворот на 360 градусов и также минировать здание. То есть мы также сможем ставить ТНТ как какую-то ловушку. Если, например, за вами там какой-то читер или грифер бежит, вы просто поставили ТНТ, он наткнулся и взорвался. Но для того, чтобы она работала, нам нужно ее зарядить. Как вы меня заколебали, эти слаймы, честное слово, вы себе просто не представляете, такие звуки нехорошие. Но нам ее нужно сначала зарядить, то есть, ну, в какой-то степени заправить, да, потому что зарядить не получится, будем говорить нормальным языком Майнкрафта. Нам нужно ее заправить, то есть, мы выкидываем уголь прямо в машину, вот так выкидываем. В принципе, давайте попробуем, хотя нет, вряд ли это все получится, хотя... Хотя, а если мы сразу заправим, допустим, на много, вот так. И посмотрим, сколько сейчас у нас тут будет. 4000 топлива, то есть заряда батареи, можно и так сказать. Это, в принципе, хватит на большое количество. Давайте развернемся, чтобы не прыгать вот сюда. Давайте развернемся, ребята. Вот. Нет, давайте назад немного. Вот так. И давайте, ребята, прыгаем прямо сюда. И смотрите...
Смотрите, как это круто выглядит. Для Майнкрафта эта анимация, она прям офигеть какая крутая. Но давайте все подробно рассмотрим, потому что кто захочет установить вот такую команду, можете уже ее установлять. Я сейчас расскажу вам, как ею нормально пользоваться. Вы также можете устраивать гоночки со своими друзьями. Прикиньте, как это будет круто. Сделать какую-то маленькую карту, например... я не знаю, как это называется, какую-то трассу, да, с поворотами, с, там, с подъемами, с прыжками, с туннелями. И летать над этой машинкой и управлять. И то есть где-то там какой-то поворот завернули вот туда, дрифт, дрифт, дрифт. Потом прямиком опять поехали, и сзади вас друг ваш едет, также вас пытается догнать. Как бы это круто было. Ребята, давайте я сделаю так. Если мы наберем 1200 лайков, я обещаю то, что я сделаю продолжение с этой командой, где я построю специальную трассу, где мы устроим гон. Да, ребят, ну, давайте подробно рассмотрим. Что мы можем делать? Если мы нажмем на слот 2, то она у нас... Давайте уйдем отсюда подальше, а то вот эти слаймы меня заколебали. То она будет просто двигаться вперед. Вот, то есть нажимаем на кнопочку 2, она движется вперед. Стрелочка вперед. Нажимаем на 5, она ручник, то есть она останавливается, потому что тут у нас нету никакой команды. Если вы хотите повернуть направо, то вы нажимаете на 3, слот 3, и она начинает разворот направо. Вот так. Если вы хотите повернуть налево, нажимаем на кнопочку 1, и она таким дрифтом, таким под углом заходит налево и поворачивает. Сейчас нажимаем на 2, и она опять продолжает свое движение прямо. Ну, если вы, допустим, хотите развернуться на месте, нажимаем на 4, и она начинает свой разворот на месте. Так же, как и мы нажмем на 6, то она также будет разворачиваться, то и только в противоположную сторону. Это, в принципе, очень даже полезно, потому что если вы хотите развернуть, не нужно вот так ехать вперед, потом разворачиваться, ждать, пока она развернется. А просто остановиться. Вот так, развернуться, немного подождать и опять поехать прямо. Ну что, ребята, но сейчас давайте машиночка поедет с нами. Давайте мы ее доведем вот туда, до нашей таблички. Нет, чуть-чуть, вот направо, вот, сейчас чуть-чуть налево все-таки. Ну, немного тяжело управлять, потому что это все-таки Майнкрафт, да? Но все же для Майнкрафта вот такая анимация, такая машинка, это прям офигеть, если честно. Прям остановимся вот тут. Дрифт возле таблички, вот так. Как бы прям круто. Уйди, зараза, ты громкая. Смотри, сколько бензина, сколько топлива или сколько заряда, называйте как хотите, мы уже использовали. То есть у нас было 4000, сейчас у нас 1000, мы использовали 1300. Потому что сейчас у нас 2700. Но, как видите, тут у нас есть надпись еще ТНТ. То есть мы сможем добавить в эту машинку ТНТ. Как я уже сказал, она сможет взрывать своих врагов, которые движутся сзади и хотят ее догнать, да? Вы можете, в принципе, вот так выкидывать ТНТ. Как я сказал, можем вот так попробовать выкинуть все сразу. И да, нет, у нас только 17, хоть я выкинул стак в какой-то степени. Ну, ладно, неважно. Сейчас. Допустим, давайте заминируем жителя. Ну, ребята, давайте быстренько пойдем и заминируем жителя. Как вы думаете? Вот сюда. Сейчас нажимаем вот сюда. Нажали и уезжаем. Давай, бум. Как это круто выглядит. Потому что мы его действительно заминировали. А ну, ребята, давайте еще раз. Давайте в эту сторону. Во. Нет, чуть-чуть сюда. Сейчас налево остановимся. Немного развернемся. И вот сюда потопаем. Остановимся, давайте вот тут остановимся. Остановимся. Офигеть, эта машинка еще по стенам умеет. Вот давайте заминируем прям ему крышу. Нам нужно взять вот этот предмет в руки. Смотрите, как он выглядит. Это у нас находится на слоте, если я не ошибаюсь, 8. Мы нажимаем правой кнопкой и уезжаем, чтобы просто себя не подорвать. И все, машинка сделала свою работу. Сейчас, пум, мы взорвали пол дома и также чуть-чуть задели жителя. Сейчас мы еще вот этого, вот носатых нужно, ребята, немного проучить, да? Они же, заразы, все-таки очень дорого все продают. Они требуют там миллион изумрудов за какой-то там листочек бумаги. И за это и действительно нужно хотя бы немного, но иногда наказывать. Вот давайте вот сюда, развернемся. Вот сюда, остановимся тут, развернемся, ставим ТНТ и
уезжаем, уезжаем как можно дальше. Ну что, прощай, прощай, носатый. Бум. Круто, это, ребята, очень круто выглядит, поэтому я не знаю. Только вот, вот чтобы делать только вот эту фигню, то есть убивать носатых, взрывать все подряд с помощью машинки на радиоуправлении, это уже только стоит того. Вы прикиньте, как будет круто, если скачать какую-то карту с большим городом, да, где будет много зомби или монстров, да, каких-то там, и просто ходить и взрывать всех подряд. Или, знаете, спецоперации, как, допустим, в тех же шутерах, да, вы знаете, эти дроны на радиоуправлении посылают их разведать обстановку. Также мы будем посылать машинку, допустим, на прохождение какой-то карты в Майнкрафт. Что там? О, монстр, монстр, машинка, машинка рядом, минируем и уезжаем. Монстр нас, ничего он не может нам сделать, потому что он нас не может достать. А мы с помощью машинки просто, просто, ну, почти его убили, но все же. Это реально очень круто, и машинка, ну, я не скажу, что прям нереально крутая, как там в Need for Speed, но все же для Майнкрафта, мне кажется, она действительно сгодится. Также, если вы хотите убрать вот это все, просто нажимаем вот так, машинка у вас остается на том же месте, но эти все предметы у вас пропадают, и вы дальше можете выживать в Майнкрафте там обычно, да, если вы хотите опять вернуть свои предметы и переспавнить табличку, если она, допустим, находится где-то далеко, и вы уже отъехали от того места, просто спавним, и у вас опять появляется табличка, если хотим опять убрать и послать где-то вот тут, вот так. Также у нас, в принципе, еще осталось немного топлива, мы можем еще дозаправить, да, чтобы топливо у нас никогда не кончалось. Вот так. И, в принципе, очень даже... Ух, нифига себе сколько. А ну, давайте еще чуть-чуть. Нормально, 3300, почти 400. В принципе, нормально, ребята. Мне кажется, что действительно сгодится. А, лично мне эта команда очень понравилась. Машинка на радиоуправлении, еще при том рабочая, при том может минировать все подряд. И плюс к тому, ребята, может давайте мы спасем вот этих жителей. Как думаете, сможем ли мы их спасти? От этого, не знаю, какого-то нереально злого зомби, который пытается их убить. Мы сейчас его, я не знаю, вряд ли мы сможем его заминировать, потому что он все-таки движется. Но если постараться... Ой, ой, вот сюда, сейчас вот сюда, вот сюда, вот сюда. Тяжеловато. Ой, заминировали, но не то заминировали, мы заминировали дом. А ну. Ну, все-таки нормально. И мне кажется, она действительно может преодолеть, ну, она может очень много препятствий преодолеть. То есть, допустим, если мы построим какую-то, ну, я не знаю, лестницу, допустим, что-то в этом роде, да, потом вот сюда давайте попробуем забраться. Я бы очень хотел надеяться, то, что она все-таки сможет забраться, но это очень-очень... тяжело настроить, чтобы она прям ехала, знаете, туда, куда нам нужно. Но допустим, вот так. Допустим, мы правильно направили. Вот. Ну, почти. Почти. Она немного там неправильно стояла. А ну, давайте еще раз попробуем. А ну, давайте сейчас тихонько. Тихонько. Вот, это очень тяжело, ребят. Вы не думайте, что это очень легко, потому что это нифига не легко. Вот, допустим, вот так. Один, два. Ну, почти, вот тут, мне кажется, что-то мешает. Допустим, мне кажется, если мы сделаем вот так, то она без проблем туда заедет. Мне кажется, проблема в этой фигне, то, что не хватало ей места для того, чтобы там заехать. То есть, допустим, вот так станем сейчас. Развернемся опять. Вот еще чуть-чуть. Вот так. И давайте вот сейчас попробуем. Один, два, три. Ну, почти, ребят. Это все-таки реально тяжело. А ну сейчас, а ну сейчас. А ну давай. Ну, почти, ребят. Я не знаю, это реально тяжело, но вы можете попробовать. Как я уже сказал, я показал, как это все устанавливать. Я показал, как управлять. Ребята, заходите в свой мир Майнкрафта на версию 1.8.1 и больше, не меньше. Потому что на версиях меньше, чем вот эта, машинка, к сожалению, работать не будет. Ну что, ребята, мы будем прощаться на вот этом. Прямо вот тут, возле нашей машинки, которая реально очень круто выглядит.
Если вы хотите больше серии Майнкрафта, если вы хотите больше серии без мода, все, что вам нужно, это просто поставить лайк. Я еще раз обещаю то, что как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же выпущу следующую серию Майнкрафт. Поэтому, ребята, когда она выйдет, зависит только от вас. Не поленитесь и, пожалуйста, поставьте лайк. Также я всех вас, кто еще не подписан, приглашаю подписаться в нашу большую и вступить в нашу большую дружную семью, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я всех вас, ребята, приглашаю. Не ленитесь, вступайте и просто становитесь мне друзьями. К сожалению, на этом мы прощаемся, встретимся в следующем видео, но не расстраиваемся, оно выйдет как можно быстрее, и это зависит только от вас. Еще раз, ребята, я вам скажу всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.